как сказал Байден, это плата за демократию. Кто должен больше всех платить? Селюки. Невозможно исключить ничего. Там в этом лесу четверо суток по норам прятались, бегали под этими взрывами. Вражеские дроны просто не дают нам передышки. И как с таким сознанием можно жить? Нужно уже иметь аптечку фактически каждому. Потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет. Поэтому мы и сделали все, чтобы перебраться сюда. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини, всього того, що в них відбувається як в житті, так і в соціальних мережах. Будемо порівнювати, як живе російське телебачення і що насправді відчуває глибинний росіянин. Ви ж на старті не забувайте, для нас вкрай важливо поширювати всю зібрану інформацію. Тож, від нас гарний контент, від вас лайк. І, звісно, не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чим більше нас, тим гучніше лунатиме голос правди. Здесь просто здесь это. И самое что интересно, они будут виноваты. Машины скажут ставить. По трубам, конечно. Да, 3 метра положим. Сниму. Это огонь стоит, мы это они сейчас разгребли, середина-то и замерзла, воняет. Хорошо, что не лето. Я счастлив, если честно. Аж на улицу выскочил, увидел этот кран. Я еще и думал, как они будут это все убирать, экскаватором или как. Оказывается, вон как можно это все сделать. Повірте мені, друзі, на слово, коли-небудь російську пропаганду назвуть різновидом психологічних хвороб. Бо здорові люди просто не могли б такого вигадувати, такого писати, такого говорити і таке публікувати. Перекрутити істину – ось, власне, їхній хліб. Ані слова правди, ані слова того, що насправді відбувається як в Україні, так і в самій Російській Федерації. Ми ж дивимось на них винятково і з наукової точки зору. Ну, якщо є ті, хто вивчають комах, то чому би не бути і тим, хто вивчає російську пропаганду. Як і завжди, ми пропонуємо вам зануритись в те, що вони найактивніше обговорюють на своїх пропагандистських ток-шоу. Війна проти Росії все більше, і стати жертвою взриву якогось безпілотника або артилерійського обстрілу можна, будучи совершенно мирним жителем і ніякого участі в бойових діях не планує. Соответственно, щоб увеличити шанси на виживання свої і своїх близьких, опять же, нужно уже иметь аптечку фактически каждому взрослому гражданину, вне различия от пола его, в общем, и возраста, и вне зависимости от его военно-служебных обязанностей, потому что не будет такого, что ты идешь по улице, летит снаряд, осколок, подлетел к тебе такой, говорит, а ладно, ты гражданский, развернулся и улетел в другую сторону. Никогда не забуду, как другой пропагандист, Мэтью Ченс, стоял на польско-белорусской границе, я на него смотрю, поляки бьют по нам водометом с этими циститами там какими-то, и он стоит сам, его самого обливают, ему наши пограничники скоро помогут, окажут ему помощь, высушат его куртку, я бы этого не делал, пускай бы померз, но тем не менее наши пограничники добрые, и он стоит и рассказывает, какие мы плохие, какие поляки хорошие, как они прекрасно соблюдают права мигрантов и права человека. Стоит на голубом глазу, врет, находясь в этом эпицентре. И как с таким сознанием можно жить? Но они не стесняются сейчас вообще ничего. Они говорят, в Молдове выборы хорошие, а в Грузии плохие. Почему? Потому. О мобилизации никакой речи не ведется. Вы знаете, что наши граждане очень активно подписывают контракты. С Министерством обороны идут служить на контрактной основе. Предусмотрена существенная программа оказания оплаты, скажем так, этих контрактов. Это очень серьезные деньги. И этих людей очень много. То есть это действительно это сотни людей каждый день подписывают контракты и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения, их готовят тщательно. Вот.
Поэтому какой-либо потребности в том, чтобы говорить сейчас о мобилизации, нет. Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт. Они должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя им финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего. О чем сказал вчера глава нашего государства, заканчивая свое выступление, проинформировав и военнослужащих, и граждан нашей страны о том, что был нанесен удар гиперзвуковой баллистической ракеты по объектам промышленным на территории Украины. Он закончил свое выступление следующими словами. Ответ обязательно будет. Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. Об этом должны призадуматься абсолютно все, кто сегодня нагнетает военную истерию, прежде всего в блоке НАТО, Соединенные Штаты Америки и ряд других государств. Вот, и они там попытались что-то вякнуть. Ну, из серии «Да ладно, хорош, никакого орешника нет». Там весь мир тазепам ведрами жрал вчера, а эти рассказывают, никакого орешника нет. Ну, и имбецилы, господи. Ты что с них взять-то, с убогих? А вторая история у них была, что ничего-ничего, даже если орешник и есть, то он экспериментальный, 2, максимум 3. Слушайте, вот дело террориста Люськи живет, у них все 2, максимум 3. Главное, что ни один раз этот прогноз не получился, но они вот со слиным, маниакальным упрямством продолжают его качать. Но это как бы официальные СМИ. А в чатах люди пишут: ребята, а может это самое, может быть мы, так сказать, прикинем, как это мы у нас вчера в эфире было, разложим таро до туза по этому поводу. Кстати, очень дельная мысль. Вот смотрите, вот допустим, послезавтра, не знаю, в понедельник, эти выродки еще что-нибудь делают, выходит министр обороны и говорит: шановны громадяне, дякую, у вас осталось 23 часа 59 минут, чтобы покинуть следующие населенные пункты. И дальше идет перечисление. Ну, например, их будет 8. Даже пусть 5. Вы понимаете, что будет дальше? Ну вот, это сразу коллапс всей страны. У вас забиты все дороги, потому что это население скажет: знаете что, вот пущай обмудок берет подмышку свою фёклу и сам идет, отражает ейными космами этот орешник. Все дороги будут забиты. Тут же падение гривны, тут же выметание всего из магазинов, тут же паралич всей системы управления, потому что первыми понесутся, извините, гауляйтеры и прочие партайгеносы. Они же себя любят. Слушайте, они не для того столько денег наворовали, чтобы погибнуть под орешником в рассвете сил и без, так сказать, молодой любовницы. Ну, это странно очень, правда же? А это же возможный вариант, правда? Кстати, судя по тем инсайдам, которые донеслись уже в ночи в глубокой с хутора, это создает отдельные панические настроения для власти. Потому что эта толпа, она же будет неуправляема, а там же еще разговоры какие-то начнутся. А вкупе еще с фантастическими успехами на разных направлениях, ну, например, на Харьковском, на Донецком,
то это могут быть необратимые процессы. А самое главное, да, союзники же всегда сволочи, сукины дети. Это они с тобой всегда только в момент каких-то хороших дней. А как дело запахнет российским футболом, извините, пожалуйста, так мне кажется, что и посольства будут закрыты на, так сказать, учет, и к телефону, к мобильному послы, послицы и послики не будут подходить. Абонент будет временно недоступен, а ты останешься один на один. А потом будет пресс-конференция условно Шольца, который скажет: слушайте, ну вы же видите сами, да? Мы вот оружие им передали. Дальше они им управляли. Мы ни при чем. Это был их взятый на себя риск. Они сыграли, фраернулись, кончились. Ну, мы, пожалуй, на этом месте пойдем, попытаемся хотя бы какие-то заводы Volkswagen сохранить. Извините, что не так? Меня зовут Анна Бурдо, я студентка первого курса факультета журналистики Белорусского государственного университета. Я бы точно хотела услышать, почему, зачем отключают, и не скажется ли это негативно на работе нашего населения? Спасибо, Аня. Я... Что, мы отключаем интернет в предвыборную кампанию? В 2020 году отключали 20-м? Интернет на 4 дня. Если это повторится, отключим вообще. Объясняю, чтобы вы понимали. Скажу откровенно, что это практически всегда, особенно в начальной стадии, было с моего разрешения. Почему? Когда у тебя, допустим, две проблемы, что ты делаешь? Ты начинаешь взвешивать. Что важнее? Я видел, естественно, дальше, чем вы. Я же сам был студентом, не дай бог, ректору таких студентов, как я, в те времена. Но на этой чаше весов была страна. Если бы тогда мы страну не удержали, а все ж пирамены, мы хочем тое, хочем это. Ну скажите, каких вы хотите перемен? Это первое. Второе. А как мы будем добиваться этих перемен? Я же вам сказал. Перемены – это за ваш счет. Это вы будете делать. Ну, красивый тезис скинули, и я понимал, откуда все идет. Через интернет это шло. Откуда, Наталья Николаевна? С Польши прежде всего. Маршруты, куда будем идти, как идти. Ну, конечно, спасибо, что они там вам маршруты вычерчивали, куда ходить. И как ходить, и как страну переворачивать. У нас бы была война похлеще, чем Украина. Я президент. Моя главная обязанность – защитить страну. И я видел, что и активно используется интернет для этого. И что вы думаете, я буду смотреть и молиться на то, что вы кому-то сообщение не отправили? Если страны завтра не будет. Да, в моменте вы этого не понимаете, как молодежь. В моменте не понимают. А если не в моменте? Я-то должен это понимать. Не вы, то вы, ваши родители меня для этого избрали. И я вот взвешиваю и думаю, чтобы страну сохранить, да плевать там на 2 часа или на час, мы этот интернет отключим, чтобы оттуда спецслужбы не управляли нашим обществом. Вот для чего это делалось. Конечно, если ты там чего-то сделал, и это не удовлетворит кого-то человека, это плохо. И для меня плохо. Но я выбирал лучшее из худшего. А сегодня мне просто говорить с вами почему. Потому что вы видите, что было бы с нами, глядя на юг.
Доллар перешагнул отметку в 100 рублей. Сейчас на торгах он уже стоит 101 рубль. Такой скачок зафиксирован впервые с 23 марта 2022 года. Евро тоже набирает обороты. По сравнению с 9 октября этого года европейская валюта достигла своего максимума. Сегодня она стоит почти 106 рублей, а в течение дня достигала отметки в 108 рублей. Как считают эксперты, американский доллар укрепляется по отношению ко всем мировым валютам после результатов выборов в США. Однако экономисты полагают, что наша страна сейчас гораздо меньше зависит от иностранной валюты. Россияне стали реже интересоваться покупкой долларов и евро. Особисто я задоволена, що в Росії фактично ледь не законом, але заборонено використовувати соціальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших тіктоках, інстаграмах, ну і, звісно, в фейсбуці. Так, вони все ще використовують VPN-и і деколи можна натрапити на їхні відео. Але насправді для підготовки наших випусків нам все ж таки доводиться проводити ретельнішу роботу. Одним словом, від чого нас захищає цей бар'єр заборони? Від того, як насправді вони живуть, що вони насправді говорять і що в істину в них відбувається в їхніх глибинках, в їхніх великих містах, в їхніх оселях і найголовніше в їхніх головах. Як завжди, найулюбленіше те, що ми відшукали, як ті інспектори в їхніх соціальних мережах, ми покажемо далі. Ви воєнослужачі 2-го батальйону 394-го мотострілкового полка. Нашу групу відправили саме пекло, буквально на м'ясо. Командование даже не попыталось нормально организовать операцию. Мы понесли огромные потери. Людей выкашивают, как траву. Вражеские дроны просто не дают нам передышки. Каждый день новые атаки, постоянные взрывы. Земля буквально горит под ногами. А что с нашей стороны? Ни снабжения, ни эвакуации. Раненых некому забрать. Они просто остаются лежать там, где упали. Командиры сидят в тепле и только одно повторяют, ни шагу назад. Нас просто бросают умирать. Мы не мясо, мы люди. Прежде чем что-то сделать, подумайте, нужно оно вам это или нет. Никакие деньги не стоят того, что я увидел. Вот честно вам скажу. Когда вот он бежит рядом с тобой, ты с ним 10 минут чай назад пил. Он просто падает и все. Тут еще один, там еще один. Это не стоит того. А нас туда погнали просто, вот как на растерзание. Знаете, типа, покушайте, вот типа того. А сами где они были? Хотя обещали, что все у нас будет. И поддержка будет, и радио там, и все будет. Но ничего у нас этого не было. Мы как дебилы там в этом лесу четверо суток по норам прятались, бегали под этими взрывами, и ни черта нету. Даже выплат не сделали. До смешного. Пачками. У меня с роты сколько вот осталось? Было там за сотку, а вот я насколько сейчас знаю, так вот дай бог 30 человек с роты. Чтобы не платить зарплату, они его объявили в Сочи. Кто-нибудь видел, что он уходил на это боевое задание? Да, мальчишки, многие находятся в госпиталях. Но они могут подтвердить, что они были... Они могут подтвердить, но они боятся. Говорят, что их запугивают, чтобы они не говорили информацию. А кто запугивает? Начальство, командование. Командование с какой целью запугивает? Потому что командование сами точно не знают, что случилось с бойцом. И говорят, вот они и пишут «Сочи», все. Легче сказать в Сочи, чтобы не платить, чем разыскивать, наверное, я так думаю. Потому что вот многим пацанам, даже которые пацаны в госпиталях, им даже Сочи ставят. Зарплата приходит? Нет, мы с 1 сентября не получаем зарплату ни копейки. Я с одним разговаривала с мальчишкой, он сказал, он упал. Я говорю, он упал, ладно, все. Ты его подошел, посмотрел, что с ним случилось? Нет, он упал и пропал. Я говорю, как это можно понять, упал и пропал. Стихотворение, пишу сам стихотворение патриотически. Самый синий военный. Четверо у меня в семье ветеранов Великой Отечественной войны. Две прабабушки, два прадеда. Дошли до Берлина. Воспитывался. Бабушка у меня работала после войны учителем русской литературы. Вот и передалось от нее любовь к поэзии. И вот сейчас, находясь на СВО, пишу стихи в поддержку нашей армии, для поддержания боевого духа солдат. Стих называется «Солдат России». Души вам русской не понять, ничем ее вам не измерить, ничем ее не удержать. В нее я свято верю. Душа у русских так крепка, что враг на поле боя млеет.
При виде воинства святого все чресла в нем немеют. Душа у русских воинов так крепка, стальна, что спит спокойно та великая страна, что мир не раз уже спасала, миллионы жизней в войнах отдавала, чтобы наше поколение жило, крепло, процветало. Но заветы те и память одна из трех сестер предала, так бесстыдно на свой народ войной восстала, бомбила улицы Донецка, луганские кварталы в руины превращала, миллионы граждан убивала. О чем вы думали, когда это совершали? По Киеву маршем ходили, Бандеру прославляли, славя тех, с кем ваши деды воевали, вы память их и священную попрали. Но на защиту тех, кто памяти предков не предал, насмерть солдат России встал. Так славься ты, солдат России, что жизнь свою отдал. Ты чести офицера не предал. А уже 3 месяца мы проживаем в России. Переехали мы в Новгородскую область, город Великий Новгород. И еще сидя в самолете, я увидела, что насколько это зеленая страна, насколько здесь много лесов. И сойдя с трапа самолета, я поняла, что здесь даже запах другой. Я не могу надышаться. Я дышу, и я понимаю, что так пахнет Россия. Россия пахнет зеленью, Россия пахнет лесами, Россия пахнет вкусным таким запахом ягод. Я даже не могу вам передать словами, как это вкусно. И очень важно чувствовать себя в новой стране как дома. И, к счастью, у нас есть это чувство. Мы понимаем, что мы приехали домой, нас встретили, нам дали понять, что мы здесь не чужие, что мы здесь свои. Мы очень рады вот этому гостеприимству, которое нам оказали здесь. Поэтому мы и сделали все, чтобы перебраться сюда. Такой петушни я в жизни не видел. Где этот дракон? Приехали, работал. Ты чё, куда ты уехал вообще? Оккупированный Севастополь. Пришли российские дорожные технологии. Вот это наша дорога. А мусорные свалки высотой в человеческий рост не пришли. Но у вас еще есть время подготовиться. Месяца 2,5 уже отсюда ничего не вывозилось. Крысы скоро по всему поселку разбегутся. Мичуринская 309. Интересно, совесть у них есть или нет? Наверное, нет. Это ужас какой-то. Крысы бегают. Антисанитарная обстановка в городе стала. Это вообще... Посмотрите, что творится-то. Еще месяцев 7-8, и из космоса можно будет увидеть не только Великую Китайскую стену, но и Великий Российский забор. Из мусора. Вот это я понимаю величие. Вот это я понимаю размах. А главное, зачем мыть машину, если можно просто подождать, пока рядом где-то трубу прорвет. И ее теплой водой из фонтана бесплатно помоют. І на сам кінець єдине, що мені лишається, друзі, вам нагадати, це те, щоб ви в ейфорії і гарному настрої не забули після всіх цих пекельних ворожон, звісно, лишити нам вподобайку. Тільки таким чином ми зможемо розповсюдити увесь зібраний контент. Ну і, звісно, підписуйтесь. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Кажуть, що нашим підписникам особливо щастить. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.